Стихия воздуха олицетворяет мысль, мышление, интеллект, новое знание, память, обучение, развитие интуитивного мышления, способность к различным наукам, всем видам искусств, творчества, ловкость, хитрость, аналитический ум, увлечение. Там, где интеллект способен привлечь к нам внимание, ища привести ситуацию к нужному нам разрешению, можно провести индивидуальный ритуал. Встать лицом к ветру, вдыхать полной грудью, мысленно или вслух произнести: «Повелитель ветров, властитель бескрайнего неба, опекун высот, будь мне покровом, даруй мне гибкость и проникновение, мысль и озарение, дай мне силу и власть покорить непокоренное и исполнить неисполненное». Обращение к ангелам воздуха. Всемогущий Господь Боже, Создатель неба и земли, Владыка Вселенной, соизволь послать мне ангелов воздуха, служителей Твоих, чтобы они очистили мой интеллект, и там поселились мудрость и свет, и мы могли бы работать для Царства Твоего и правды Твоей. Аминь, аминь, аминь. Да будет так. Thank you.
Thank you.